И снова здравствуйте. Ну, это по просьбам девочек. Цветы. Искусственные цветы, все, которые на данный момент, август 2019 года, есть в Икее. У нас есть на канале гораздо ниже обзор по цветам. Можете посмотреть. Но мы снимали все небольшие цветы стоимостью до 200 рублей. Мы привозили в офис и в офисе все это снимали, показывали. Так, значит, ну, что есть, да, исходя из того, что под руками. Лютик розовый, темно-розовый, цена 199 рублей. Мне кажется, мы его в тогдашнем давнишнем обзоре снимали, показывали этот цветочек. Давайте сразу скажу, там пока народ возле основной выставки, мы по краям. Очень похож на пион, и вообще киевские цветочки выглядят довольно-таки добротно и как живые. За счет бархатистых вот этих стебельков, здесь все можно подрезать, подогнуть, если вам надо. И они стираются. У меня искусственный пион на окне стоит, ну, давно уже, лет 7, наверное, точно он стоит. Вот, в общем, вот такой вот кустик в разных цветах стоит 200 рублей. Дальше, вот такой вот букетик. Очень любят их оформители. Сейчас куда-нибудь. Вот такой букетик, 350 рублей. Его, конечно, надо подпарить, в порядок привести. Он такой подмятый весь. 349 рублей. Артикули номера не показываем. Вот такая розочка, веточка эвкалипта. Не пахнет. 79 рублей. Искусственные розочки. Нет, пионы. Пардоньте. Три цвета по 79 рублей. Любят оформителю, когда нет живых пионов, когда не сезон, а нужно оформить, например, пионную свадьбу. А, вот нижний розовый. Третий вот. Вот таких. Три. По 79 рублей каждый. Здесь уже стебелек просто такой вот, ну, пластиковый, да, без мягкого. Народ разбежался. Я отключаю звук у телефона. И пойдем смотреть. Красиво девчонки очень сделали. Это дело оформления по цветам, да, по переходу. От белого ко всем оттенкам розового. Но мы начнем с края, с розового. Вот такой букет темно-розовый, 50 сантиметров, стоит 1300. Здесь и пионы, и эвкалиптики, и ромашечки, и розочки. Очень красиво. Кажется, тут вазу поставить и живые не нужны. Ну, кто любит. Я люблю, например, киевские цветы. А вот мы бегали, да, по розочкам, пиончики. Вот они, все пиончики. Как они выглядят кучками. И киевские розочки, 129 рублей. Даже шипики есть. Тугой бутончик, внутри все плотненько. Главное, что их можно постирать, им ничего не будет. Понятно, что руками тепленькая водичка с мылом. Вот такие герберы по 99 рублей. Сейчас только в кра... А, нет. Должны быть еще белые. Ну, раньше было побольше цветов. Лютик мы показывали. Это у нас лизоантус. Я не знаю такой цветок. Такая вот чашка. Длинный стебель. 249 рублей. Бледно-розовые герберы. Они, конечно, красиво смотрятся вот до такой вот кучи, когда их много-много. Душистый горошек. 199 рублей. Ну да, такой цветочек есть. А это смейка спряталась. Вот еще один, такой же мы с вами смотрели, темный, за 249, лизантус.
Люпин достаю. Вот эти вот очень чашечки нежно смотрятся, не дораспустившиеся до конца. Так, белый 249 рублей. Беленькие розочки, красные мы посмотрели, сейчас покажу еще белые. Те лепесточек, да, под желтые. Дальше гвоздички. Гвоздички пока только беленькие. По 49 рублей. Кстати, замечательно стоят на кладбище. Мы такие брали дедушки. 2 года отстояли. Мама сказала, что ничего не потемнело особо. Ну, как бы, да, дождем, понятно, прибивает. Она их просто там сполоснула и поставила обратно. По крайней мере, не развалилась. Так, веточка орхидеи. Кто не любит выращивать, пожалуйста. Бутончики даже вот как настоящие, резиновые, мягенькие. Отросточки. Так, 799, искусственный букет зеленый. Помятый. Снежок. 400 рублей. Так, наверное, попушнее, да, когда их побольше. Так, бело-розовую сторону сняли. Пойдем на другую. На противоположной стороне были короткие цветы. Здесь уже длинные. Другой ценник, ну и сами цветочки другие. 349 рублей. Лилия. Смотрите, какие красавицы. Восемьдесят пять сантиметров. Зандеские. На каллы очень похожи. Не помню уже, в школе, либо в садике. Кстати, такой прям вот прорезиненный, нежно очень смотрится. В общем, куда-то меня в детстве отправляли с белыми каллами. $249. А дальше георгин 299 рублей. Такой вот длинный, 75 сантиметров. Розы. Ну, покажу сразу, да, обе. Длина 75. 199 рублей роза одна стоит.
люпин белый и люпин темно-розовый по 350 рублей. Ага, сказала белый и розовый, сама достала два белых. Так, розу мы показали. Белая лилия, такая же, как розовая. Вот аж три досталось. Вот смотрите заодно, как это в букете будет выглядеть. $349 белые, так же, как розовые. Дальше покажу лист монстеры. Очень сейчас его любят салоны красоты, всевозможные эко-магазины, бьюти. Монстеру саму живую замучишься выращивать. Эвкалипт большой, 65 сантиметров, 300 рублей. Прям как живой, как будто тут смотришь и запаха не хватает. Дальше уже пошли декоративные, прям такими срезками. Просто цветок искусственный белый, без названия. Такая вот зеленушка с коричневыми листочками, шишечками. Сделано все братьями китайцами. 299 рублей такой стоит. Так, эти показывать будем? Нужно заодно, наверное, да? Так, цветок вишни, магнолия, получается 46, судя по всему, да, это магнолия, я не сильна в цветах, но на вишню тоже не похоже. 600 рублей такой куст и цветок вишни, тоже 600 рублей, ну тоже какие-то напольные вазы. Декор такой более, ну, большой декор. Кладу как было. Ветка искусственная белая. Ну, это пластиковая ветка. А-а-а-а. 400 рублей. Не найду вот на этот ценник. А, нет, вот это гинка зеленый. По-моему. У нас осталось два цветка, сейчас разберемся. Метр. Так, вот это гинка. Может быть, гинка белого подразумевается? Для маума. Вот этот цветочек сейчас найду. Нету ценника. Не нашла. Ни цены, ни названия. В общем, цветок длинометр. Неизвестен. Вот такие цветочки есть в ассортименте IKEA. Это вам как бонус. Обзор, я думаю, небольшой. Молчаливый. Потому что, в принципе, добавить к ним нечего. По качеству цветы всем известно, что ценник адекватный. Но если еще и по распродаже, то вообще замечательно. Мы решили продолжить и показать вам не только срезку, но вообще все искусственные цветы в IKEA. Чабрец. 350 рублей, сразу скажу, все фейки продаются вот в таких черных горшочках. На картинке они стоят кашпо, и очень часто клиенты спрашивают, хочу сразу вот так, но денег платить хочу только 349 рублей. Ребята, увы, нет, это разные предметы, и продаются они по отдельности. Ну, давай на примере, да, вот одного цветка разберем, чтобы потом все остальные просто показать. Матвей, стой! Здесь все хорошо, крепко вставлено, черное поле, земелька. Повторюсь, опять же, не выцветает, хорошо моется и ничего не делается. То есть это неубиваемо. Суккулент, алоэ по-русски.
Кстати, я не сильно в цветах, повторюсь, и поэтому без обид в комментариях, да, что неправильно назвала. Искусственная фейка травкой 249 рублей. А? Классика жанра. Все везде и всюду, по-другому не скажешь. Так, наборчик из трех штучек. Давай. Я думала, они по отдельности. Такой набор 400 рублей из трех штук. Они сразу, вот эти маленькие сразу в белых горшочках. Еще тоже суккулент. Уже побольше, 249 рублей. Следующий, кричит заведующий. Так, на ту сторону или? Что они как-то хаотично расположены? Вот такой вот вьюн 600 рублей. Очень нас любят клиентки, кто любит вот такие вьющиеся цветы, при этом они не выживают. То есть ухаживать не надо, сполоснул раз в полгода, пыль скинул. И все довольны. Вот так вот он свисает. Так, это, по-моему, чеберец. Нет, это душица. У душицы такой крупный листик. Все это глянцевое. Раньше были бархатистые матовые листочки, сейчас такого нет, только вот такие. Так, чебрец мы показали. А, вот вьюнты. Папоротник. Можно его и вот так подскочить. То есть, если его стянуть и на какое-то время оставить, он будет держаться, не так будет рассыпаться. Ну и плюс его можно в кашпо повыше загнать. Вот такой вот зеленух. А вот он. Бамбук примятый, вот он более-менее распушенный, 300 рублей. Любимая зеленая трава автосалонов, практически везде. Так вот волосы пыль цепляются, 2000 стоит такой горшок. Дороговато, конечно, но знаю, что клиенты искали альтернативу, не нашли. Заказывали у нас. Дальше пятнистая герань 499. Появилось, кстати, много цветов, про которые я уже на памяти не помню. Листик внутри как у герани, бордового цвета. И такие же вот матовые листочки, как будто припыленные. А, вот она. Че их пытаюсь еще поставить-то? Еще один суккулент, только уже из трех. Прям вот. Ну вот тут даже растить не надо, да? Стоит, ну стоит. Потому что сколько мы не пытались живые цветы растить, они у нас дохнут. Даже это, мухоловка икеевская померла. Плющ, плющ-дуга. Тоже интересно, да? 600 рублей. Вот такие листики прям, ну, приличные, мягенькие. Не как-то вот шорох. Ну как вот листвой, да, шуршишь? Нет, не пластиковыми листочками. А дальше фейка Бенджамин. Франклина, Бенджамин Наташа его еще называют. Вот я лучше в искусственную взяла и растить не стала. Я лентяйка. 900 рублей. Пилея. Убейте, не знаю, что за цветок. Но вот по ощущениям, как будто такой должен быть. Так, крестовик Руоли. Господи, вот язык сломаешь. Крестовик. Такие вот шишечки. Мне кажется, вот такой обзор больше полезен для дальних регионов, да, кому тяжело выбрать, потому что как бы функциональности, такой вот информативности он не несет. Мы просто даем дополнительную картинку, то, чего не увидеть на сайте. Бамбук 2000. Это уже большой. Обратно в пакет поставим. Конечно, его надо распрямить, расчесать, подпарить местами. А дальше? Дальше будет? Ну, тогда не расчехляю никого больше. Возвращаем все на место.
вот такой вот панёж, кофейка очень классная, соединяется между собой. Это вот единичка, 249 рублей стоит одна. При этом, при помощи крепежа, здесь уже соединили, ломать не буду, вы спокойно, вот они хвостики, вот хвостик, а вот дырочка. Вы спокойно можете соединить, и у вас получится вот такой вот панно. Озеленить офис, балкон. У Димы взгляд, что нам куда-то это надо, да? Нет? Уже радует. Розмарин. Такой вот, ну как есть вот розмарин же, листочки растут такие съедобные, у травы, да, съедобные они такие вот бархатистые, матовые. Точно такой же горшочком. Так, это у нас, мы вот это, по-моему, снимали или нет? Даже ценника на нее нету, и я не помню ее по названию. Кстати, вот такие горшочки в нижнем по 19 рублей. Их можно не только под цветы, но и под карандаши, под кисти, под прочую дребедень украшательную. Вот она, вся зелень. Пойдем сравним. Живая орхидея, искусственная орхидея. Как они выглядят? Часто спрашивают сравнить. Живую с искусственной. Такая орхидея искусственная стоит 750, живая стоит 1000. Ой, наоборот, искусственная стоит 1000, живая 750. Дальше все искусственные, которые идут как бы под цветущие, да, горшки. Лаванда, только не синяя, а белая. Была раньше за 600 рублей фиолетовая, сейчас такая вот беленькая поменьше. 400 рублей. Маленькая орхидейка 500 рублей. Ну, это тоже, да, все вот так вот подотпарить, будет красиво. Вот такая вот нежная розочка, 199 рублей. Так, вот эти вот, друзья, коробочки продаются. 1000 рублей стоит набор из трех. Сейчас я отсюда лишнее уберу, чтобы удобнее было снимать. Вот такие вот три. Раз, два, три. Набор из трех. 1000 рублей стоит. Вот такой цветочек. Ой, рудбекия красная. Изначально, да, такой вот, то есть цветочек с повешенными головками. 400 рублей рудбекия стоит. Орхидею большую и маленькую мы вам показали. Значит, еще у нас герань розовая. Такая вот герань. Она тоже очень похожа на настоящую. И вот такая вот роза. Роза мне, кстати, очень нравится. Она... Вот ее от живой вообще практически не отличишь. Я знаю, что клиентка брала в сад, закапывала и не заморачивалась с посадкой и уходом. Потом просто доставала на зиму и все. Новая кашпошка из водорослей. 1000. Водоросли, водоросли. Так, дальше деревья. Я как-то себя неуютно чувствую, мне рассказать нечего. Монстера большая, 3000 стоит. Мы с вами смотрели отдельные листья, а здесь прям горшок. Просто трава фейка. Вот это уже глобально, 2500, тяжелая. Наверное, вот так, да, понять не будет. Еще одна фейка. Ой, ну это прям вот как этот, как ковыль какой-то сухой. 1500 или 2000? 1500. Бамбук мы вам показывали.
вот такие вот еще маргаритки. Раньше были маленькие, у нас дома до сих пор стоят. Ну, подвыцвели немножко, зелень не такая яркая, но они уже много лет стоят, больше 5 лет на окне, не меняя положение, скажем так. И остались вот такие огромные деревья. Кактусы закончились, жалко, да? Помнишь, какие красивые раньше были? 6000 стоит самое большущее дерево. О! Кто хочет дома пальму растить, не хочет, и потом ухаживать за ней. А здесь и листья не осыпятся. Ощутимый такой вес. Так, это у нас... Сейчас найду. Вот такая вот фейка 5000 стоит. Пальм целый. Так, и вот это дерево тоже 5. В общем, все большие, нет, 5, большущие 6, эти по 5. Ну что, цветы мы вам показали. Делитесь в комментариях, пользуйтесь, нет, нравится, не нравится. Ну, икеевские цветы, все-таки нет у них ассоциации с цветами, которые на кладбище несут. Они красивые, мне не очень нравятся. По эксплуатации уже сказала, совершенно спокойно все моется, стирается, чистится, не выцветает особо. Вообще, как бы, да, хлопот нет. Поставил, и голова не болит. Все, друзья мои, до новых встреч. Ссылочка на Инстаграм внизу. Подписывайтесь, там удобнее общаться. Приятно вообще общаться с вами вживую. Встреча аватарок, да, хотя бы в масштабах Инстаграма. Ну, там есть и ссылка на контакт. В общем, добавляйтесь в соцсети, давайте дружить. До новых встреч. Ждем ваших комментариев и пожеланий на новые обзоры. По кухне сразу скажу. Мы сняли еще 2 ролика. Они в процессе обработки. Что получилось, ждите, покажем. Ну, в процессе выхода.